Hi, people. Что, работаем понедельник? Такую погоду сладкий бодрящий кофе не помешает. 100%. Рекламщики. Рекламу. Ну, я не знаю, кто там, Руслан, не Руслан. Привет, да. Ну вот, сейчас буду. А что, им надо выйти, да? Добрый день, Зинон, водитель, я к вам подъехал. Тут охрана просит, чтобы кто-то вышел или что. Пропустили, наконец. Так, бумаги подписал. Тачка ждет, клиент долбоебом оказался. На нахуй, сука, черти ебаные. Смотрите, что у меня тут в грязи, все в Калуге, я так. Дощечка. Раньше приезжал, проблем никаких не было, сразу подписывали, все. Сейчас я к нему поднимаюсь, он говорит, нет, сначала выгружайтесь, потом приходите, я подпишу. Короче, два раза ходил к нему, заморосил с ним немного. И он понял, что он пес, и я поехал. Можно ткань, тут оранжевая, может быть, там еще. Нет, у меня 50 метров. Ну, тут любую водичкой смачивай. Туда это влажное, а не влажное. Дурачок. Дурачок. Палату будем делать. Давай меня загрузим, клиент ждет. Макс мастерит стол новый. Обновочка? Да. Попал. Да держится нормально, походу. Нет, здесь нет. Босяк, присядьте по-братски на дорожнику. Любимый капучино. Целый день мечтал об этом. Это кайф вообще. Энергии свой получил. Теперь можно спокойненько выкатывать. Еще двое у меня здесь клиентов. Поверните трамвай. Направо, а затем поверните направо. Короче, я вернулся, всех развез. Надеюсь, никуда больше ехать не придется. Михалыч трется, стоит. Что-то куда собрался, непонятно. Или только приехал, что. Братан. Тамбовский волк, братан. А тебе? У меня тоже. Ты ебись свои камеры. Что ты, Бабаджан, готов? Как едем? Или в замку? А как хочешь? Через, блядь, как Калугу. Как босс скажет, так поедет. Ящера, доброе утро. Причилил я на работу. Лайбу заведу, пусть греет, стоит. Хотя дизель, он ни хрена не греется. Загрузился по самые уши. 12 точек. Но выезжаю поздно, поэтому можно сказать, что дохренище. Поскакал я по заказам. Уже, кстати, трех закинул. 9 остается. Ну, короче, ехать далеко в разных точках города. Еще комиссию даже не прошел. Сейчас на комиссию только поеду. Выехал поздно довольно-таки. Суета в городе происходит. Машин много, пробка стоит, приходится. Клиент проблемный попался опять. Короче, договорились на без 22. Приехал в 2 я к нему. Ну, я ему еще звоню, он говорит, давай в 2:30. Я говорю, нет, давай в 2, хотя бы в 2 приехал. Время 3:13. Звоню ему, он говорит, я мчу, короче, закрыто. Ну, клиент такой вообще проблемный, я тут уже был пару раз, он редко заказывает. Постоянно тут какая-то тема, его надо ждать, то его нету, то... Короче, постоянно херня какая-то с ним творится. Вроде должен подъехать сейчас, но я чую, что это будет не совсем скоро. 3 листа композита надо выгрузить.
Так, выкатываю. Блин, тут у меня такая херня. Колесо поцарапать можно. Или это пенопласт, я что-то не пойму. А там машина справа. Приехал этот мудак. Петушки ебаные вы все. Выгрузил я ему. Короче, я час на него потерял, тупо его прождал. И клиент, ну клиент такой гандон, короче говоря. Таких много. И выкатываю. У меня еще здесь рядом один. И еще двое. И еще Байкал. Время уже 3 почти. Короче, дохренище потерял с ним времени. Время потерял, денег не заработал. Вот такая канитель. Где деньги, Зин? Закрывай, закрывай. По центре расход. Помчали домой. Вернись в комнату. Доброе утро, планета. Что со мной? Все, это я для тебя взял. Ебаные наркомы обороны. Комментарии будут какие-то, нет? Будут. Сейчас тебе банку досрут, это будет. Доброе утро. Выхожу из дома, машина заморожена. Стою, оттаиваю. Заморозки были, видимо. Газель тоже подзамерзшая была. Но сейчас солнце вышло, уже отморозилось. Сейчас подзагружусь и поеду в Новик. Ну я уже загружен, так чуть-чуть. Такой вид. По живописным местам тут катаюсь. Погода замечательная сегодня. На улице, правда, прохладно, но в машине, когда сидишь, солнце греет, через лобач нагревает и жарковато даже, я бы сказал. Последние деньки такие, я думаю. И все. Опять дожди, снега, морозы. Готов один, ну точнее это уже второй. Выскакиваем с этого места, сейчас надо одному клиенту позвонить заранее, за час просил. Я как раз у него через час примерно буду, он у меня через одного, чтобы не ждать, не стоит. Сейчас вышел, там когда выгружался, вот частные дома, природа. Не, кстати, на улице тепло, вообще с кайфом. Ну все, лето заканчивается, кайфов этих долго еще не увидим. Клиенту звоню, который после этого должен быть, сказал за час позвонить ему. А, трубку не берет. Через полчаса я у него уже буду, он трубку не берет. Будет весело, сейчас приеду, и его там не будет, не окажется. Стоять ждать, ну я не буду, наверное, ждать. Трубку он не берет, зачем тогда просить позвонить? Мудаков много, тупорывов. Что-то мужиков, разбор полетов. Этого клиента тоже нету, походу. Я ему позвонил, он говорит, блин. Говорит, ладно, сейчас. Че сейчас, не знаю. Сижу, жду. Микки. Ты не устал еще работать? Машину помыл, короче. И в Калуге был, заехал в грязь такую. Весь в цементе облапался. И здесь внизу тоже. По стройкам катаюсь. Все, клиент приехал. Товар отдал. Поедем к следующему, к которому я не могу дозвониться. Ну, почти по дороге находится. Не знаю, сейчас приеду, если его не будет. Тогда не знаю, что буду делать. Ни хрена не буду делать, поеду дальше. Техника стоит. Похоже на военную, только не русскую, какую-то французскую. Какой-нибудь Рено или что. У нее непонятная марка. Вот таких джунглях я, в общем. Здесь клиент у нас один есть. Зимой тут снега не проедешь. Летом кустарник вот такой не проедешь. Ну, выглядит прикольно. Всех клиентов, короче, раскидал. Время 2. Нормально. К 4 приеду примерно. В Тулу. Не, ну погода вообще шикарная. Я, конечно, кайфую. Просто на ровном месте настроение поднимает только от одной погоды. Вообще кайф. Смотрите. Листва валяется, солнце греет. Застелил до Тулы, заехал в магаз, взял кофе. Люблю кофеечек.
капучино с соленой карамелью. Божественно. Застелил до конторы, короче. Микки. Газелька стоит. Все, сейчас тусуюсь, короче. Капец, она грязна. Как надо было так зафаршмачить. Че, братцы, помчало домой. С вас подписка, лайк, комментарий. Короче, все необходимое, чтобы было. До новых встреч.